В новом 10-м сезоне экономической игры «Я предприниматель» немного изменились правила. Теперь возможно повторное участие выпускников. Появились конкурсные номинации, а также жюри особо выделило инновационную составляющую проектов. Возникала такая проблема, что те ребята, которые нашли инновационную составляющую, нашли инновационную идею, следовательно, у них была инновационная составляющая, они автоматически в рейтинге были чуть выше, потому что наличие инновационной составляющей было одним из критериев. И поэтому мы получили такой результат, что ребятам стало немножечко неинтересно. Неинтересно было работать над традиционными бизнес-планами. Но все это уже в прошлом. Теперь все строго регламентировано номинациями. К тому же в юбилейном сезоне участников разделили на две возрастные группы. Первая – 14-17 лет, и вторая – 18-30. Причем последние имеют реальный шанс закончить игру в официальном статусе предпринимателя и открыть собственное дело. Поэтому настрой у большинства участников более чем серьезный. Это не спонтанное решение. Мы ездили на ассоциацию новаторских городов примерно месяц назад в город Одинцово. И там разработали проект и решили внедрить его в бизнес-инкубатор. Сергей Шерстобитов предлагает открыть в городе кадровое агентство для молодежи. В игре он новичок, а вот Анна Волкова – участница со стажем. Правда, несколько лет назад ее идея праздничного агентства «Твоя мечта» так и не осуществилась. Сейчас Анна в своей победе уверена. Второй раз я уже иду на более высокий уровень. То есть здесь уже не просто школьники, а студенты, те, которые действительно хотят заниматься своим делом и развивать Заречный. Несколько крупных зареченских предприятий подготовили для ребят специальные задания. Это определенные ситуации или проблемы, которые реально существуют в некоторых компаниях. За лучшее их решение авторы идей получат вознаграждение, а задумки реализуют на практике. Игра позволит им получить те знания, те навыки, которые, я больше чем уверен, пригодятся им по жизни, вне зависимости от того, станут они предпринимателями или выберут другую какую-то профессиональную карьеру для себя. А то, что есть ли шанс, безусловно, шанс есть у каждого. Шанс заявить о себе, реализовать свои возможности и проекты. Все это под силу участникам экономической игры «Я предприниматель». У кого это получится лучше, узнаете из выпусков новостей. Алина Филиппова, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».